И всем привет, ребят, с вами снова я, Эмили, и сегодня мы поиграем в какую-то игру. Если честно, я просто скачала игру, сейчас хочу в нее поиграть, ну ладно. Так, так, продолжим, а точнее начнем. Игра называется Traffic Rider, там что-то про машинки, вот как всегда, далее. Просто я хочу один раз сыграть. Что эта игра себе представляет? Увидел красиво... А, что происходит? Что надо? О, вот это, как я понимаю, это тормозит. Вот это ускоряет. Ну, погнали. Угу. А можно за территорию? Нет, нельзя. Привет. Это хорошо, что здесь нету встречки. Продолжить, да? Нет. А, типа это ось? Я просто не буду управлять, просто так вот зажму и что будет. Вовремя дойдите до финиша. А, я тут не успел. 15 секунд. Сто километров в час. Да мне пофиг, повышенная, не повышенная скорость. 20 секунд. Быстрее, просто беги. Да блин, меня тормозит. Дебил, едь просто, дебил. 10 секунд. 10 секунд должен успеть. Просто я вижу. 5, 4, 3, 2. Просто 1 секунда, ребята. 1 секунда оставалась. Я, ребят, второго уровня просто... Это реально было жестко. Это первый, это реал, это первый уровень просто. Просто, это, ребят, полная жесть, ребят. Я сейчас просто обосвался немножко, если честно. Выбранная миссия. Так, давайте еще. Все равно игра. А, я мог там улучшить, но я играть. Вовремя дойдите до финиша. Дойдите. Погнали. Просто полетели снегометели. Пофиг, ни во что не врезаемся. Просто летим. Всё. Время вышло. Просто ем, ребят. Погнали, погнали. 3 секунды, я не успею. У меня реал есть 1 монета. Ребят, мне еще дали. У меня 3 секунды. Просто доехать до финиша. Просто доехать до финиша. На высокой скорости. Спамься! 20 секунд, доеду, давай. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Дебил, дебил, вы вообще... Ребят, я просто помню. Место. Я просто врезался. Если бы я не врезался, я бы, ребят, вам обещал, я бы доехал. Но я врезался. Просто шок, ребят. Врезался просто по пустякам. Отвлекся на свой любимый Твикс. Давай, 100 км в час, 100 км в час.
50. Едь, езжай. 10 секунд, я не успею. Если прямо я сейчас сильно ускорюсь, ну, до 100 км. 5, нет, все, я не успел. Смысл, типа, что делать, я уже не успел. Нет, не хочу. Заново давайте. Это было жестко, я соглашусь с тебя. 3 секунды. Ну ладно, давайте просто... Просто езжаем. Ни во что не врезаемся, просто езжаем. Столько мы в час, я уже еду. Столько. На высокой скорости. Я еду. Уже 10 секунд я еду на высочайшей скорости. У нас еще 10 секунд, а я уже доехал. Дебил, ей. Еще 3 секунды, ну все, сейчас до финиша. Дыриком. Упыриком. На высокой скорости. Высочайшая, ребят, скорость. 100 км в час. Я чипки, да, комбо. У меня еще 5 секунд просто оставалось. Изи. Миссия завершена, ребят. Третий левел. Конечно, блин. А я с первого раза что-то пройду. Байк новый. Го-го-го. Го оценим, го оценим. Надо, ребят, обязательно. Донат мне. А байк? Так нам же дали новый байк. Блин, вот всегда так. Ладно, погнали, ребят. Следующий левел улучшит. Все, у нас бабла нет, так что просто погнали. Полетели. Все равно полетели. Мне кажется, я не успел. У меня 10 секунд осталось. Не успеваю, ребят. Тут просто один раз врезаешься, уже все. Да. Потратил денежку. Все равно считает, не прошел с первого разика. У меня уже повышенная скорость, как пить дать. Двадцать секунд, доеду. 15, 14. Да блин, на дорогу иди, смотри. Эмиль, беги, просто езжай. Где 6 секунд, просто езжай. Просто езжай, я тебя умоляю. Эмиль, 1 секунда, просто я тебя умоляю. Мне там оставалось просто как бы. Вы все ничего, вы понимаете? Не играйте в казино, это зло. В тюрьме будете. Не играйте. Еще раз. Погнали. Вот и с первого раза ни во что не врезаемся. Отсчет на высокой скорости и встречная полоса. Давай, куда ты? Да, продолжу. Нет, у меня нету одного этого. Одной рублевки нет.
Кстати, я на встречной полосе, это мне потом денег принесет, вроде должно. 10 секунд. Да, смысл все равно уже заново. 10 секунд, я ничего не делаю. Да, это жестко. Одна секунда оставалась. Ай, блин, я на встречке еду. Давай, Мик. Нафиг, просто разорвал. Первый раз не получилось, ну, сами понимаете. Гараж, давайте что-нибудь обновим. Вот я хочу обновить. Давайте, допустим, вот это. И... Все, ребят, вкачиваем до конца. Все, ребят, погнали. Этот мотик у меня скачан. Вы едете до финиша, поехали. Точнее, полетели. Даже встречки нет. У меня тут уже два, как бы, остановочки. Две. 20 секунд. Едем до следующей. Ёпсель-мопсель, езжай просто дальше. Пятнадцать чек, давай. Не успею. Блин, все, не успел. Нет, не могу, блин, золото не даю. Стреляй, па-па-па, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та. Заново. Погнали. Скорость у меня просто сотая. Лютая скорость, ребят. Реально лютая. 110. Я так еще не ехал, я ехал только 106. Это потому что я вкачал. Просто жесть. Я на высокой скорости уже 20 секунд еду. 20, 30 секунд еду на высокой скорости. Это типа 100 км в час. Просто езжай, тебе дали монеты. И обязан пройти. Давай. Опять таймер высокой скорости пошел. 110 км просто, 110, понимаете? Чтобы вы понимали. 5, 4, 3, 2. Нафиг. Ребят, у меня сейчас вопрос. Вы дебил или мне показалось? Я умер, я перелетел. Я просто прилетел туда. Ну сейчас я взлечу еще. Погнал. Давай.
Попробуй в этот раз ни разу не врезаться. Я на высокой скорости 2 секунд еду. Где-то я уже это говорил. Да. Вот это же жестко. Вот тут невозможно было просто не врезаться. Надо быть, я не знаю, лютым профессионалом. Лютым просто надо быть. Десек. Давай, Мить, давай. Давай. Ну, блин, все, мы не доедем, все время вышло. Все заново. Вот в этот раз ни разу просто обещаю вам, не врежу. Просто вот так вот на 110 скорости проеду и все. Я, ребят, профессионал. Ни разу, ребят, чисто. А как здесь не врезаться? 4 в ряд. Нормально, по-вашему, ребят? Не, здесь невозможно было, так что один раз. 10 секунд осталось. На высокой скорости. Давай нафиг. Ебой, ребят, ебой просто. Давай, беги. За столько времени просто... 10 сек осталось. Давай. Ну давай, ну пожалуйста. Давай. Эй, банан. На этом мы заканчиваем. Пока.